В одном из столичных ресторанов при получении взятки задержан налоговый инспектор. По информации сыщиков, госслужащий вымогал 250 000 рублей с предпринимателя за то, чтобы не проводить проверку в его фирме. О том, что встреча проходит под контролем оперативников, он узнал слишком поздно. Но не растерялся и, почти не задумываясь, предложил свою версию происходящего. Вы получали денежные средства какие-то? Полицейские эти показания зафиксировали, однако вряд ли слова подозреваемого повлияют на ход следствия. Оперативники стали проверять полномочия, то есть сферу деятельности задержанного налогового инспектора, и выяснили, что в его полномочия не входила проверка указанной организации. Сотрудники отдела экономической безопасности Северного округа проверяют все документы, с которыми работал задержанный. Не исключено, что налоговый инспектор мог получать подобные гонорары из других предпринимателей.